Кафедра «Титульные языки» в межкультурном образовательном пространстве под эгидой Всемирной организации ЮНЕСКО начала свою работу в педагогическом университете. Фактически, кафедра существует с октября 2016-го. Однако ее официальное открытие прошло лишь 15 сентября в рамках Международного культурного форума. На сегодняшний день большая проблема по поводу того, что есть языки, которые вымирают, а соответственно вымирает и культура, идентичность, и это очень серьезное явление, которое, по поводу которого нужно забить тревогу, сохранить любой язык, потому что это носитель культуры, это носитель идентичности того или иного народа. Новое подразделение посетил Сергей Морозов. За круглым столом вместе с преподавательским сообществом он обсудил перспективы развития кафедры. Используя такой высочайший статус кафедры ЮНЕСКО, мы с вами получаем просто восхитительную, прекрасную возможность участия в различных международных, культурных, образовательных, научных и воспитательных проектах. По словам федеральных экспертов, создание подобной научной организации поможет в дальнейшем продвижении региона за пределами государства. А выпускники кафедры ЮНЕСКО смогут решать вопросы национальной, культурной и образовательной политики. Что дает лично выпускникам вуза этого? Это дает возможность шире познакомиться с опытом мировым. Большое количество совместных проектов, которые вы будете получать, и запомните этот знак. С этого времени это знак, это входной ключ. Это ключ, им открываются любые двери. В настоящее время по всему миру действует почти 8 сотен кафедр ЮНЕСКО. 60 из них находятся в России. Таким образом, ульяновцы смогут сотрудничать, обмениваться опытом и использовать наработанные практики своих коллег. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.